Так, ну вот, ну все, я не знаю, почему у меня не сохраняется видео, когда я не останавливается, когда я ставлю на паузу. Это вообще какой-то дурдом. Приходится третье видео начинать. Как вот влоги снимать? Ой, сколько мне всего еще надо? Вот кошечку я покормила. Сегодня ее сестричка не пришла, и сестрички. Ладно, кушай, маленькая. Кушай. Да? Ну да. Все, пойдем. Вот мы продолжаем идти. Это когда холодно, когда прохладно, мы быстренько идем по центру, и 2-3 минуты, и мы дома. Вот, показываю вам. Так странно. На машине 10 минут, и в центре Валенсии там такие построи, там столько народу, там такая движуха. Похлеще, чем в Москве, наверное, 100%. А за 10 минут... Что? Я очень начал приехать в Москву. Да? Да, очень. А что ты там будешь делать? Мне там очень нравится пляж, дома крутые. Да? Васаев, да. Ну, супер. Как-нибудь съездим? Нам надо как-то слетать с этим коронавирусом. Не знаю, как, когда получится, в Россию. Николь 7-й год, в августе будет 7 лет. А она еще ни разу не видела бабушку-дедушку. То есть, а я не видела 12 лет почти. Ну вот 11 точно. Родителей своих. И не видела, и не была на родине. Так что, дай бог, конечно. Увидимся. Вот, смотрите, тут такие построения. Они идут. Люди садят, высаживают. Мы с Николь тоже мечтаем о своем тут собственном доме. Но поближе, конечно, к морю. Вот. Когда тепло, вот с левой стороны, вот на этих плантациях растет хурма, ребята. Не апельсины, не мандарины, а хурма. Она здесь называется фрукт этот какис. Представляете, такое смешное название. Вот видите, там уже вот дома. Вон там вот. Подальше. Все налеплено, но все со смыслом. Есть и место для огородов. Никто ничего не ворует. Никакими, как видите, заборами не загорожено. Все на доверии. Вот. Как есть страны, которые дома свои не закрывают на двери, так и тут доверяют людям. Огороды не обгораживают, нету никаких злостных собак, ничего. Вот, один огород прикрепляется к другому. И кто на что гораст высаживает. Но вообще чуть подальше, ближе к морю, там есть плантации, где высаживают рис. Рис высаживают, там целая система. Заливают водой, потом ждут. И так смешно, когда вот заливают водой, садят рис, заливают его водой. Это самое. Иди потихоньку, не кушай. И столько цапль, ребята, налетает. Ой, целая куча. Сейчас попробую поставить на паузу, потом снять с паузы, конечно.